Ну, можно? Да. Мама, тебя слышно? Юра что-то все выкладывает. Я не выкладываю, я снимаю, что то ли прислали, а потом нужно, ну ладно, уже выложить это видео, какая разница, уже можно, раз уже снял, забить, это не проблема. Вот они, родимые. Запакованные или как можно достать? Запакованные. Нет, ты знаешь, вот тут, мне кажется, заклеен. Нет, все равно. Видишь, она... Ну, отрывай, я там. Коробочкой сделали аккуратно. Она с коробочкой, без коробочки дешевле было. Да? Да. Ну, мне кажется, коробочка стоит того. Ну, потому что мне так все раскидано. Ну, так будет сложено. Не гнется. Так и было погнутое. В смысле погнутое? Это лепесточек выжимать. Да, ну просто видишь, треснуто походу, но это все равно уже ладно. Ну да, небольшие трещины. Ну, есть, я думаю, вот. Это. Ну, чисто на пластике. Наши формочки целые были. А тут они одинаковые, смотрю. Еще много одинаковых. Ну где же они одинаковые, Юра. Видишь? Ну... У них разрез разный. А, ну типа вот это из овна. А оно будет по-разному выглядеть. Угу. А вот тут даже странно так, ну... Юр, это так, что это надо. Сколько их, 18? Слушай, а насаживать ты их на что-то будешь? Ну, еще не пришло. А, тоже? А она подойдет? Может, насадку еще придется покупать? Ну, не трогай. А я и не могу ее достать. А за сколько ты их купила? По-моему, тоже баксов 5. 8. Ну... Я только вот такой вот узенькой не вижу. Или это и есть самая маленькая? Ну, вон еще какая-то. Ну, это звездочка. А вот это интересно, какая? Что-то какая. Ну, получается, вот это самая узенькая. Да. А тебе хотелось еще уже? Да. Ну, вот это, если что, можно да. Пользоваться. Надо будет тестить. Вот это вообще какой вырез сбоку даже. Да, да. Это вот сердечко будет делать. Ну что, все? Да.